18-летний юноша попал под поезд недалеко от Славгорода. Трагический случай произошел меньше недели назад. А в Ульяновской области подросток топором зарубил свою семью, в том числе 2-4-летних детей, а после покончил с собой. По информации прокуратуры, у подростка была шизофрения. Сегодня в студии мы попытаемся ответить на вопросы и понять, что у подростка в голове и что может стать причиной фатального решения. Проблему детских суицидов мы обсудим с психологом ГУАР «Краян» и психиатром Виктором Ведяшкиным. Здравствуйте. 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 Виктор, наверное, первый вопрос будет к вам. Есть ли у нас какая-то статистика, как много подростков и детей поступает в диспансер психоневрологический после попыток суицида? Время от времени мы сталкиваемся с этой проблемой, как практикующие врачи, с проблемой детских самоповреждений. Вот. Но я хотел бы отметить, что работа в этом направлении ведется давно, она курируется администрацией Алтайского края. И по существующим данным, последние особенно годы у нас уровень завершенных самоубийств среди несовершеннолетних по сравнению со всем Сибирским федеральным округом находится на последнем месте по сравнению с остальными регионами. То есть у нас ситуация выглядит достаточно неплохо. А увеличивается, уменьшается число детей? Последнее время отчетливая тенденция на снижение уровня завершенных самоубийств. Если самоповреждающее поведение, оно, ну, вот какие-то самопорезы, там, какие-то отравления, либо какие-то нераздумные, экстремальное поведение, вот, оно, ну, достаточно плавающем состоянии в таком находится. То есть мы эти случаи регистрируем, обращаем на них обязательно внимание, но лишь статистику расцениваем как работу, проводимую с ними. Было бы хуже, если бы они у нас бы эта статистика была низкая. А вот завершенные самоубийства, это строгая отчетность, и она у нас, ну, всегда регистрируется. И она находится, как я уже сказал, на достаточно таком неплохом уровне по сравнению с остальными регионами в Сибири. Есть ли какая-то взаимосвязь? В пределах десятка. Есть ли у нас какая-то взаимосвязь между диагнозом психиатрическим и вот склонностью к суициду? Несомненно, уровень самоповреждающего поведения в популяции психически больных людей несколько выше, чем у людей без психических отклонений. Но прямой взаимосвязи, то есть я что хочу сказать, не обязательно человек с психическим заболеванием должен совершить самоубийство. И не обязательно человек, совершивший то или иное самоповреждение, имеет какой-либо психиатрический диагноз. Здесь все переходит в сторону некого кризисной ситуации вот, для конкретного индивида, вот, конкретная кризисная ситуация, которая играет такую дезадаптирующую роль, приводит к такой трагедии. Кар, добавите что-нибудь? Ну, скорее всего, я добавлю, правда, что здесь научных исследований, да, нету, которые напрямую говорят о том, что есть взаимосвязь между психическим заболеванием, да, и завершенным суицидом. Тем более, это, ну, такое нужно разделять, да, что суицид все-таки нескольких видов, да, бывает. Истинный суицид, да, когда намеренно люди это делают, и подростки в том числе, да, состояние аффекта, да, эмоциональный, когда переживает определенный шок, да, и демонстративный тип. Следовательно, здесь достаточно это субъективно, да, каких-то научных исследований, ну, на эту тему у нас нету, поэтому это, скорее всего, больше миф, чем реальность. Мы вышли на улицы города, чтобы узнать у горожан, что они думают, может стать причиной детского либо подросткового суицида, и предлагаю вам посмотреть опрос, а потом обсудить его. Хорошо. Скажите, как считаете, что является причиной детских и подростковых суицидов, вот по вашему мнению? Если честно, я никогда не сталкивалась, я не знаю, и не задумывалась. Но, возможно, плохие отношения в семье, недопонимание с родителями, как правило. Проблемы в школе, зажатые дети, например, над которыми издеваются. Компьютерные игры. Сильно влияют компьютерные игры. Вы знаете, у каждого ребенка своя мотивация. Может быть, у кого-то нехватка родительского внимания, может быть, у кого-то нехватка общения с друзьями. А может быть, это от природы заложено по генам, поэтому специфика у каждого своя. В современной нашей действительности это в большей степени популяризация этих вариантов поведения через социальные сети. Преимущественно, да, в интернете достаточно много сейчас информации об этом, и группы какие-то. Ну, думаю, какие-то детские проблемы, может, там, неразделенная любовь или что-то такое. Но в основном из-за этого, мне кажется. Потому что у них, наверное, нет еще какой-то сформированной цели в жизни, скорее всего.
и они не могут себя просто найти в этом мире, им тяжело. У нас просто вся молодежь сейчас в 21 веке депрессивная. Виктор Гар, с чем согласны, с чем не согласны? Да я думаю, здесь все правы отчасти. Вот. Специалисты в этой области, они пытаются как-то сгруппировать вот все эти факторы. Существуют микрофакторы, которые влияют на способность адаптироваться человека к этой жизни. Макрофакторы, которые более глобальный уровень занимают. Там, вот, так или иначе, горожане наши упоминали об этих моментах. Там, у кого-то это нераздельная любовь, на кого-то повлияли более глобальные вещи, такие как социальные сети, там, либо какая-то обстановка, ну, в микроколлективе, там, в школе, там, или еще где-то. Но я бы хотел еще раз подчеркнуть, что каждый случай, он индивидуален. И выстраивать какую-то роль маркеров не совсем корректно в отношении детских самоповреждений, суицидов. Угу. А все-таки, да. Скорее всего, здесь я, правда, соглашаюсь с коллегой, ну, и с интервью, которое вы получили в итоге, да, действительно здесь достаточно это субъективно, да, и мы не знаем, какой ребенок на какую ситуацию будет реагировать, потому что каждая ситуация, тем более для подростков, отличается новизной, что создает дополнительную экстремальную ситуацию для подростка, как они среагируют, да, в связи с этим. Тут не угадать точности. Еще хотел бы дополнить, да, что в состоянии горя такого вот, вот в этой кризисной ситуации человек находится как в таком определенном тоннельном сознании. Mm-hmm. Он видит только перед собой вот эту проблему. Стоит лишь, особенно это касается детей, да и взрослые тоже попадают в эту же систему. Достаточно в такой ситуации как-то отвлечь ребенка, вот, развернуть его из этого коридора, то есть посмотреть по сторонам, обратиться за помощью, поговорить как-то, с кем-то выговориться, чтобы близкие обратили на это внимание, как уже она не будет выглядеть так трагично, как на ней вот не сформировавшаяся личность, психика ребенка может сконцентрироваться. Да, действительно, как стоит вести себя родителям с детьми, что нужно делать, чтобы предотвратить, вот, ну, на корню, скажем, избавить ребенка от таких мыслей? Ну, во-первых, это должны выстраиваться с самого, да еще до рождения, наверное, даже нужно строить доверительные отношения со своим подопечным. Это касается родителей, законных представителей. Ну и, я думаю, те люди, которые за него ответственны в период образовательного процесса, либо еще каких-то ситуаций, там, это вот учитель, педагог, психолог, я не знаю, тренер, врач, если это он в системе здравоохранения находится. То есть должны быть какие-то взаимоотношения неформальные, а вот доверительные, когда ребенок может обратиться за помощью спокойно. И взрослый человек тоже со всей ответственностью может посмотреть. То есть существует такая ситуация, когда, например, ребенок, вот он такой весь активный, боевой, занимается там какими-то неурочной деятельностью, занимается, там иногда проявляет себя в роли каких-то шалостей, там у него много друзей, и вдруг он замыкается, то есть у него пропадает интерес к общению, к занятиям, к близким. Вот здесь в этой ситуации важно, чтобы оказался кто-то из близких, ответственный, кто хотя бы ненавязчиво поинтересовался, что не так происходит с этим ребенком, почему он был одним и поменялся. Либо ситуация немного иная, то есть человек такой достаточно, ну, немного замкнутый, нерешительный, неуверенный в себе, он там спокойненько себе сидит в сторонке, учится там, ну, не нарушая дисциплину, и вдруг раз за разом у него какие-то начинаются поведенческие эксцессы, там он залез в одну ситуацию, в другую ситуацию, тоже следует в этом обратить внимание на проблему, что не так. Возможно, просто это взросление человека там идет, и он просто пробует какие-то, экспериментирует со своим поведением, либо это какая-то критическая проблема, в которой ребенку необходима помощь. Угу. Нужно также, правда, отметить, да, как дополнение, скорее всего, что это, ну, нормальный процесс у подростка, когда он задается вопросом, а кто я, в чем смысл жизни, а для чего я тут живу, а что есть смерть, да? И здесь главная задача взрослых, да, ответить на эти вопросы, по крайней мере, совместно искать ответы на эти вопросы. Чаще всего взрослые говорят, да, это глупости, об этом не думай, да? И тогда подростку остается что делать? Нормальный процесс развития, искать ответ на этот вопрос, как он будет искать. Ну, там, среди своих подростков, которые также знают, да, мало как он, еще хуже, да, или там соцсети, которые мы не знаем, ну, с какими ответами они столкнутся, и к чему это приведет, тоже не знаем. Да, поэтому, скорее всего, хорошая рекомендация была, было бы, если бы мы правда научились говорить об этой теме с детьми, если они задаются этим вопросом.
И еще такой момент, вот хотелось бы дополнить, там и горожане наши, и я очень часто слышу о такой проблеме, как социальные сети, да, и вообще интернет-пространство для несовершеннолетних. Вот, часто сваливают немножко на эту проблему, и на откуп ей отдают все вот эти моменты. Хотелось бы, вот, чтобы родители понимали немного для себя, что делает их ребенок в этих пространствах интернета, социальных сетей. Это выстраивать нужно, это понимание, как по типу того, как вы отпускаете ребенка погулять на улицу. Вы же его не контролируете, то есть вы его отпускаете, для себя выстраиваете какую-то определенную легенду, где он находится, с кем он находится, что там сейчас происходит, как долго он там будет находиться. Так или иначе, для себя вы эту легенду поддерживаете там элементарными дозвонами, где ты сейчас там и что ты делаешь, там, когда ты вернешься. Можно познакомиться с ребятами, с которыми ваш ребенок гуляет, пересечься в соседнем магазине с родителями этих ребят, то есть понять для себя, что происходит с вашим ребенком. Также, когда ребенок садится посидеть в интернете, там, в телефоне, в каком-то ином гаджете, а не стоит так вот, что сидит он дома в тепле, сыт и под мнимым контролем спиной к вам в этом компьютере. А что происходит, не совсем родители понимают. Надо понимать. Ну, тогда вопрос, вытекающий про проведение времени за компьютером. Может ли быть компьютерная игра какая-либо с причиной суицида? Я, как уже сказал, каждый случай индивидуален, но в некоторых ситуациях мы сталкивались с такой проблемой. Да, компьютерная игра могла поспособствовать этой проблеме. Послужить катализатором, скорее всего, да? Спасибо, послужить катализатором, конечно. Но это ведь не повальная история? Нет, абсолютно нет. Никак не повальная история. Но она может послужить катализатором только в том случае, если... Если все у них так хорошо и на понимаете, других... вот есть такое понятие, там бог с ним, с психиатрическим диагнозом, но вот еще вторая роль этого психиатрического диагноза – уровень социальной дезадаптации. Если вот эта вот проблема, то есть вот это можно говорить об интернет-зависимости, об какой-то игромании, все играют в компьютер. Но не у всех есть проблема. Проблема у тех, у кого нарушается социальная адаптация. Если он из-за игры в этом компьютере перестает посещать школу, крадет какие-то мелкие деньги, чтобы там проплатить какие-то эпизоды игры, там, ведет себя агрессивно, у него нарушается сон, конечно, такой ребенок нуждается в помощи уже специалиста узкого. Да, у любого человека это до нас, да, ученые уже выяснили, и это, да, пирамида Масло еще никто не отменял, все эти потребности, если у ребенка, да, все эти этапы потребности, да, все эти этапы заполнены, ну, скорее всего, вероятность суицида меньше, чем нежели, когда эти потребности, они не заполнены, да, вот чувство безопасности, кто это может дать, да, если не в семье, да, это определенные какие-то, да, там, или уважение, да, определенные условия, которые создают, да, чтобы все было хорошо, или условия, которые среда, которая наоборот направляет того, что подросток ищет другие пути решения. Спасибо вам большое за беседу. Очень рада, что мы с вами об этом поговорили. Надеюсь, что наша беседа поможет родителям подростков предотвратить страшный поступок. А напомню, сегодня о детских суицидах мы говорили психологам Гоар Краян и психиатром Виктором Ведяшкиным.